Долгожданный ФАП появился в Смоленском районе. В краевую программу этот объект попал при активном участии местных жителей. Новый просторный ФАП будет обслуживать села Ануйское и Старотырышкино. Всего 1240 человек. А еще несколько лет назад это же количество пациентов медикам приходилось принимать на 30 квадратных метрах. После того, как старый фельдшерско-акушерский пункт признали аварийным, работники разместились в здании сельсовета. Там всего в двух комнатах одновременно вели прием и педиатр, и фельдшер, и терапевт. 3 года назад жители организовали инициативную группу и написали обращение к губернатору региона. В итоге село включили в краевую программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Ануйский ФАП обошелся казне почти в 4 миллиона рублей. В новом здании, помимо служебных помещений, есть даже квартира для медработника. Добавим, всего в регионе на строительство новых ФАПов в этом году будет выделено более 15 миллионов рублей. Ага, стена появилась, вторая. Мы наблюдали каждый день. За хлебом ходим в тот магазин и идем. Слава Богу, строить сначала. Очень рада, как же не рада. До слез.